Здорово, народ, попали на канал Дяди Никит. И сегодня с вами что? Правильно, очередное экстренное включение. И сегодня мы с вами обсудим возможный трансфер Квинси Промеса в московский Спартак. Поехали! Как стало известно, сразу скажу, что Квинси Промес с 11 декабря пошли слухи о возможном возвращении Промеса в Спартак. И это начали делать болельщики всяких разных клубов Аякса и Спартака, писав у него в Инстаграме. И это продолжалось на протяжении того момента, когда он только ушел из Спартака. Все его звали, были возможные возвращения. В итоге что? Мы имеем на этот день, сегодня у нас 29 января, и что мы имеем на сегодняшний день? Что Квинси Промес 70% перешел в московский Спартак. Так пишут всякие эксперты, инсайдеры, комментаторы. Якобы Промес уже согласовал личный контракт со Спартаком, который полностью устраивает до 24 года. Типа якобы уже все договорились, осталось только официально объявить и пройти медосмотр. Все это неправда, вы это не верьте, это все фейки, потому что у меня есть подтвержденная информация от одного очень интересного эксперта, который говорит, что это все специально делается. Промес придет в Спартак только в случае того, если вдруг устроят и Аякс, и Спартак условия личного контакта. Брат пришел. Не ушел. Привет. Здорово. Это я сейчас просто про Промес запишу быстренько. Дай мне, я считаю, мое мнение, то, что Спартак, Промес может перейти в Спартак, только если Спартак прекратит, заниматься фигней и доплатит за Промеса там лишние там 2-3 миллиона, я думаю, он стоит точно. А если найдут общий компромисс? А так они пока не нашли компромисс, никто никуда не перейдет. Это мое личное мнение. То есть я думаю, Промес может спокойно перейти в Спартак. Я был Дядя Никит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Такой короткий, быстрый видео. В принципе, все. Я думаю, Промес должен переходить в Спартак. Это его клуб. И здесь у него, думаю, должно получаться. И здесь у него получится. Второй раз в одну реку, как говорится, не прыгнешь. А у него, я думаю, получится, он прыгнет. Поэтому все. На этом все. Давайте всем пока. И пишите в комментариях, как вы думаете, перейдет ли Промес в Спартак. И получится ли у него заиграть, если вдруг он перейдет. Мое личное мнение, то, что он перейдет 70%. Все, всем пока. А ты как думаешь, Промес перейдет в Спартак? На процентов 75, там, из 15, 35. Ну, ближе все-таки, я думаю, нет, чем да. Из 100. 75% из 100, а 35 он не перейдет. Ну все, короче. Потому что такие заговоры, он там, тем более, в Инстаграме пишет. Ну да. Всем пока.